Всем привет, на связи как всегда я Хелп. Сегодня мы будем проходить квест в Майс Меркар. Поэтому начинаем проходить. Так, у гаража у нас что есть? Гаража у нас ничего нет. А у деда есть бусь, который мы возьмем и на нем поедем в Пироярве смотреть тачку. Так. Заводим. И едем. По сути, она должна где-то здесь быть. Во. Вот она. Так. Так, давай сначала посмотрим. Двигатель. Скажем так, они очень плохи. Нам нужно будет по-любому деньги. Так, масло давайте проверим. Она вся черная. Не долетел немножко. Это не пока я вверх, я умер. Ну и с помощью вот этого счета я вернул все деньги. Поэтому тот, который, ну, есть подарок. Ну, откроем все деньги и уберем, а то, чтобы было по-честному. Так. Что тут? Я сейчас приехал и тут сразу нашел усилитель, заднюю пружину, поршень, так, получается радиатор стоковый и задняя полка для сабвуферов. Сейчас все это загрузим. Не, ну поршень я не нашел, я его сам купил. Так, сейчас надо будет все загрузить у нас в бусе. Что потом отвезти? Ну, кстати, будет еще поверх посмотреть, может, что будет. Так. А, колесо, как я его не заметил. Ну, смотрите, нормально, то, что нашел вот такие вот резы. Ну, не резы, а детали. Это у нас что получается? Это карбюратор. Так, всем нужно будет здесь поверх осмотреться. На лучше еще найду. Так. Угу, GT руль. Там вроде, конечно, есть руль, но GT, он пока класснее выглядит. Она шпить хочет. Ну, ничего страшного. Здесь что, фигня? Так, ночить. Тоже ничего нет. А тут что-то есть. Ага, радар. Ну, нам особо как-то и не нужен. Нам уже детали. Вот я приехал. Берем пакет. Кидаем его туда. Залазим в хату. Ложим сюда. На этом наш видео будет подходить к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.